Санька Корольков, собственной персоной. Татьяна Борисовна, не снимайте его. Корольков мужчина серьезный. Пойдемте лучше подальше. Давай, Корольков! Парень талантлив, с обостренным чувством справедливости. В его возрасте, должен заметить, эта штука опасная. Тут на их футбольном поле один товарищ решил гараж построить из хорошего, между прочим, металла. Но этим вопросом АБХСС занимается, он свое получит. Только еще до АБХСС стенки гаража как решето стоят. Чем это Санька их облил? Ума не приложу. Дуршлаг и все тут. Вызываю его на опорный пункт повестки. Что говорю, Корольков? Свобода тебе надоела? Хороший, понимаешь, гараж в утильсырье превратил. Угу. Ну, посопел, посопел. А этот, говорит, жулик, себе другой построит. Ну что, жулик, еще доказать надо? Конечно. А он мне. А что, говорит, это моих рук дело? Тоже доказать надо, а? Понятно. Я, правда, доказал. Важный момент. А что, говорит, дядя Петя теперь со мной делать будет? Я в газете прочитал, и ему пересказывали. В Японии? Ой, да что вы, не надо. В Японии один чудак другому чудаку отомстить решил. Ну, год провозился, построил моторчик с пропеллером и взлетел к нему на 15-й этаж в окно. Он мне не может быть, а я ему газетку. Ну, смотрю, проняло парня. Иди, говорю, домой, подумай. Вот так, товарищ корреспондент, у парня теперь дело свое есть. Дорогов! А ну, Карлы, разлетелись! Ну, здорово, Корольков! Здрасте! Вот, гостей к тебе веду. И, кстати, поздравляю с удачными испытаниями. А кто вам сказал, что они удачные? Ну, я так думаю. Надо не думать, а знать, поскольку знание, дядя Петя, это сила. Ты, Корольков, только без хамства. Вот гости приехали из Москвы, журналисты. Здрасте! Здрасте! Привет! Я готов, спрашивайте. Простите, а вы долго делали эту модель? Модель чего? Ну, вот этого самолетика. А вы, простите, на какие темы пишете? Я? Да. На педагогические. А чтобы на эти темы писать, нужно техническую подготовку иметь. А у вас, товарищ, есть вопросы? У меня нет. Я могу идти. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Вот так. Я же говорил, что Корольков мужчина серьезный. Да.